Пламя высотой в несколько десятков метров охватило деревянный дом на Советской улице. Дымом окутало весь частный сектор. Отрезок дерева был слышен даже на соседних улицах. Огонь быстро распространился по перекрытиям, и уже через несколько минут дом целиком охватило пламя. Со слов очевидцев, причиной пожара могла стать неисправная проводка. Сначала были искры, загорелись провода, и, вероятно, загорелась проводка. Дом сгорел буквально за 10 минут. Все было охвачено огнем. Решили быть соседским, что мой, чтобы он не загорелся, горела елка. Пожарные приехали довольно быстро, минут 7-10. Спасали все, что было. В сгоревшем доме проживала многодетная семья из 9 человек. К счастью, 5 детей в момент пожара находились в школе. Оставшиеся смогли самостоятельно выбраться из охваченного огнем жилища. Из-за плотной застройки пламя могло в любой момент перекинуться на дом соседей. Его построили буквально несколько месяцев назад. Владельцы только успели отпраздновать новоселье. Жена говорит мне, что-то горит, пойди посмотри. Может, твоя машина там загорелась. Когда я вышел, увидел, что горит ель большая. Мы быстро подбежали, увидели, что два дома рядом стоят, и один горит очень сильно и может всполыхнуть, ну, второй загорится. Ну и вот соседи пришли, помогли, вот шланг большой, этот самый большой, это метраж, ну, длинный. И до приезда пожарных пытались охладить этот дом, который не загорелся. Благодаря слаженным действиям жителей и пожарных удалось спасти дом соседей.